Ежедневно за безопасностью на дорогах возле учебных заведений следят сами дети из отряда юных инспекторов движения. Их родители под чутким присмотром сотрудников госавтоинспекции. Елена Селиверстова, мать ученика начальной школы, участвует в акции «Родительский патруль» уже 4 года. Каждый понедельник и четверг она следит за дорожным движением вблизи школ. Дежурить девушка начинает в 6 утра и заканчивает после звонка на первый урок. В обеденный перерыв на смену выходят бабушки и дедушки. Дети берут пример с нас, родителей, со взрослых, поэтому мы должны их обучать правилам дорожного движения. Вот в течение того периода, пока мы здесь находимся, да, мы обязательно детям делаем замечания, если они нарушают правила дорожного движения. В 2020 году в акции приняли участие порядка 12 тысяч человек. Порядка тысячи из них являются постоянными участниками акции. Родительский патруль действует в Самаре и по всей области. Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе выявляют нарушение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения. Где-то применяя профилактические меры к участникам дорожного движения, где-то применяя административные наказания. Полицейские и родители проводят беседы со школьниками и объясняют, почему так важно соблюдать правила дорожного движения. Главная цель этой акции – не наказать, говорят правоохранители, а предотвратить происшествия на дорогах. Проводя родительский патруль, конечно, скажем так, это еще одна из форм профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Неся службу вблизи образовательной организации, мы, конечно, смотрим, как несовершеннолетние соблюдают правила дорожного движения, а именно переход проезжей части именно в установленном месте. Наблюдаем момент, когда детей родители привозят на личном автотранспорте, где, конечно, дети, согласно возрасту, должны быть либо в специальном детском удерживающем устройстве, согласно возрасту, либо пристегнуты штатными ремнями безопасности. Водители видят сотрудников госавтоинспекции издалека и стараются заблаговременно снизить скорость перед пешеходным переходом. В исключительных случаях, когда автолюбители пренебрегают правилами дорожного движения, им приходится встретиться с инспекторами лицом к лицу. На них заводят лист административного правонарушения. Как показывает практика, такие случаи удается минимизировать во многом благодаря акции «Родительский патруль».